Во дворце спортивного комплекса имени Гамида Гамидова прошло ежегодное первенство СКФУ по вольной борьбе среди юниоров. Более 250 участников вольной борьбы в 10 весовых категориях на протяжении 2 дней оспаривали награды и путевки на первенство России. Прибывшие участники с различных уголков Северо-Кавказского федерального округа боролись за звание лучших. Организаторами данного турнира являются Министерство по физической культуре и спорту, Федерация вольной борьбы в республике при поддержке муниципалитета города. Открывая мероприятие, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов от имени главы города Зайнудина Акмазова поприветствовал всех гостей города и пожелал участникам честной борьбы и ярких побед. Уважаемый тренерский судейский состав, уважаемые зрители, от имени главы города Хасаюн, я приветствую вас сегодня в городе Хасаюн. Желаю вам спортивных успехов, надеюсь, что многие из участников данного чемпионата в скором будущем увидим на чемпионатах России, мира и Олимпийских игр. Вам удачи, всех благ и пусть победит сильнейший. Хасаюрт всегда с радушием готов встретить гостей города. В спортивном комплексе Гамида Гамидова очень часто проходят соревнования самых разных видов спорта и масштабов, что говорит о высоком организационном уровне проведения подобных мероприятий. В официальной части, открывая первенство, также участие приняли начальник управления Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан Халимбек Махачев, начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов, руководители региональных сборных и другие официальные лица. Я от имени министра спорта Республики Дагестан Магомедова Магомеда Юсуповича и от себя лично хочу вас приветствовать, пожелать вам огромного здоровья, вам и вашим семьям, удачи, красивой и мужественной борьбы на ковре. Уверен, что во время проведения наших соревнований в этом зале пусть присутствует дух доброты, взаимопонимания и взаимопомощи между участниками. Мы знаем, что такие соревнования закаляют характер, дух спортсменов, командный дух. И уверен, что через некоторое время мы услышим имена чемпионов СКФО на аренах мира. Вам, участникам, организаторам, хозяевам этого спорта, я пожелаю еще раз удачи, а участникам, спортсменам красивой и достойной борьбы. Как отметили судьи, подготовленность участников находится на достаточно хорошем уровне. Несмотря на достойных соперников, каждый из вольников показал свой наилучший результат. По словам организаторов, спортивные мероприятия такого масштаба в городе проводятся на систематическом уровне, что делает Хасавюрт спортивным городом на территории Дагестана. На первенстве России по вольной борьбе примут участие около 100 вольников, завоевавшие почетные призовые места на данном турнире. Бурлея Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».